Павел, что случилось? Тебя так... Паю-бай. Нравится? Там лежи-лежи. В чем дело? Что такое? Не нравится? Вставать хочешь? Давай, вставай, подожди. Да-да-да-да. Иди. Где шапочка твоя? Вот снова мы приехали в такое место. Тут еще круче, тут более... Ну, не знаю, мне больше нравится. Пашка, ты куда? Вот такое местечко. Ура, Супер-Чернен! Ей! Вот так. Очень-очень классно. Мы тут проголодались и кушаем хлеб. Пока все приготовят, да? Надо подкрепиться. Костер, костер. Там у нас уже картошечка с лучком. Да, Павлуша? Вот. Мурат, can you go? А вот наш самовар. Чинал назым салла фати. Öyle değil lan. Şunu, şunu, şunu. Сюда вправо заливаем воду, а здесь у нас палочки, в общем, огонь. И так мы будем вот кем. Да, мы считаем, да, я не вообще. Я не, да, мы? Так, будем готовить чай на огне. Самый вкусный чай на свете. Самый вкусный чаючек. Вот, смотрите. Дымоход. Эгехан, гель бюре. Иди сюда, Пашка. И будет вкусно-вкусно нам. Нему-нему. Вот наш стол. Будем делать тоже баклажан на огне, помидоры, перец. Смотрите, будет супер вкусно. Мяско, естественно, котлетки. Кофеечек у нас есть. Будет также чай. И смотрите, какие две качельки сделала сестра мужа. Здесь уже Паша попробовала, там для Фасика. Прям как цыгане, которые живут на природе. Вообще. Здесь. Эгегангель. Вон там он. Видите, водичка с крана течет, то есть можно набирать воду, ее даже можно пить. Нормальная чистая вода. Также вечер, когда наступает, здесь электрические лампы есть. Все освещается. В общем, все продумано. Мусорки даже есть. Очень даже клево. Вот какая у нас лежанка. Какая у нас поляна. Ай. Водичка и мама капает. Видите, вон там огонь. Короче, настоящий самовар. Наконец-то у нас есть доступ к песку и к земле. В таких случаях завидуем детям, которые живут в деревне. Реально, вода и песок в таком возрасте самые лучшие развлечения. Вот так. Ай, как классно! О, картина Репина. Сэндвич Джексон живет. Ай, дурка. Ай, я курю.
Ben de gelir miyim? Не могли достать сестру. И вот поставили теперь чайничек с заваркой. Там вода. Павел. И вот здесь будет сейчас закипать. Уже водичка закипает. Чай, заварка. И в общем, вот такая система. Нипель. Что ты? Павлик уже кушать хочет. Павлик голодный. Так классно, никого нету. Странно, воскресенье. Наверное, все на моря уехали. Только мы одни сегодня не доедем никак до дома. До нашего дома. Там очень сейчас жарко, поэтому мы не торопимся. Мы пока в этом. Мама? Няма здесь, да. Ты голодный? Тихо, ты... Мама. Сейчас, подожди, Паша, скоро. Мама, нету. Помидорку хочешь? Хорошо, давай, мама, тебе. Вот так сам, молодец. Ой, держу, держу. Давай. Покажи, как ты умеешь сам кушать. Вот так, молодец. Вот так, видели? Вы видели это? Как мы уже сами топчем. Вот так вот. Хотели взять бассейн для Павлика, чтобы он здесь поплёхался. И не взяли, потому что сегодня погода радует вообще. Сегодня у нас немножко облачно. Есть тучки, которые периодически закрывают солнце. Поэтому Павлик сегодня не купается в бассейне, но зато нам не жарко. Нам клёво сегодня. Ветерок даже есть. Мы голодные. Эй, Павел, батон упал. Наши баклажаны готовы, картошка с луком, сейчас будет перчик. И вот готовы наши котлетки, наша поляна вот такого образа. Сейчас будем есть. Аля. Вот у нас какой бутерброд с котлетами. Ёбище. Вкуснотень. Всего приятного нам аппетита. Кто там помылся? Павел, иди сюда. Павел. Нерде? Я, burada baba. Oğlum, hadi. Bir daha gidecek. Павел, hayır. Какая прическа у нас классная. Sağlar bunda. Uyku gitti artık. Evet. Hadi, tamam. Bitti. Baba. Где баба? Иди там, папа твой, иди. Önüne bak. Смотри, куда идешь. Önüne bak. Önüne bak. Ай, молодец. Молодец. Качай, качай, братика, качай. Аби. Аби. Üstüme yapma. Ben zaten sakat. Salla, salla. Salla böyle. Salınacak, sakat. Качай, качай, качай. Anne. Anne. Dur. Ой. Яваш. Давай, качай. Анна! Не, не олду. Ярби. Не олду. Печатель азам, не исти. Дядя, чай гюзел олмаш му? Эльне салык, чок гюзель.
Мячик убегает. Давай, покатился. Да, кикимся. Ама, это...